Фильм «Кремлевские куранты» снят в 1970 году, но все, что происходит на экране, это далекий 1920 год. Это второй фильм из трилогии про Ленина, телесериала, как теперь говорят. Обычно я избегаю пересказа содержания кино, но здесь это важно. Главный герой, царский инженер-электрик Забелин, в ожидании посадки в Сибирь торгует спичками в Москве, а его дочь в это время крутит роман с советским комиссаром. Комиссар – это человек, который обычно сажает. И вот, за электриком приезжает машина, но везет его не в Сибирь, а в Кремль, где его встречает Феликс Дзержинский и Ленин. После теплой и содержательной беседы с Лениным, царский электрик становится важной фигурой в электрификации Советского Союза. Мораль. А если бы не дочь с комиссаром, валил бы лес в Сибири царский инженер Забелин. А вы говорите кумовство. А я сказала. Это не ответ. Потому что он вам не нравится? Нет, не потому. Другого не будет. Отлично. А почему вы не пустите в ход оружие? Вот этот маузер. Или кинжал. Ну, попугайте. Вот моей подруге начальник приказал в трехдневный срок выйти за него замуж. Если нет, она и ее родители, как бывшие буржуи, будут сосланы. Такого подлеца надо расстрелять. А чем вы отличаетесь? Я отличаюсь, Майя. Я давно разрешил называть меня Машей. Чем же? Я вас люблю. Только вы соберетесь начать свой разумный социализм, они поставят одну самую плохую кружку и бац по вашим милым социалистам. Послушайте, это ведь вещь вполне возможна. Что же тогда? Отстреливаться? Ведь это большевизм.